От улицы Гагарина по улице Московская поднимаемся вверх, в гору. Сегодня 3 мая 2024 год. Вчера прошел небольшой дождик. Сегодня же с утра было солнышко, но вот 12 часам дня небо затянуло тучами. После апрельских теплых дней почти как летом стало потихоньку холодать. За пару дней температура резко упала до сегодняшних плюс 7 градусов. А вот и улица, которую мы сегодня хотели посетить. Это улица Шаумяна. Степан Григорьевич Шаумян – это армянский революционер и политический деятель. Один из руководителей революционного движения на Кавказе. Журналист, литературный критик, член РСДРП с 1900 года. Глава кавказских большевиков. Расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров. Улица с этим именем существует с 1939 года. Протяженность этой улицы 1151 метр. Кто не в курсе, это привокзальный жилой район города. Второй микрорайон. На улице расположено ровно 100 жилых домов. Другой информации по этой улице я не владею. Если кто-то владеет дополнительной информацией, выкладывайте об этом под видео. Пересекаем Сибирскую улицу. Это пеший проход по Тракторной улице. Thank you.
Это пеший проход по трамвайной улице. Подъехали к пересечению с Южной улицей. Ангарная улица спускается вниз к железнодорожному вокзалу на улицу Гагарина. Подъезжаем
Парашютной улицы. Далее уходит Короткая улица, а улица Шаумяна на этой улице заканчивается. Пересечем Парашютную улицу и на Короткой улице развернемся в обратную сторону. С Парашютной улицы вернемся на улицу Шаумяна и проедем по ней в южном направлении. Аграрная улица уходит вверх к соборной мечети Татар-Базара на улицу Азина. Thank you.
вновь пересекаем Южную улицу. Улица уходит к наркологической клинике «Орион» на улицу Азина. Пеший проход по Трамвайной улице. Пеший проход по Тракторной улице. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell, I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away, a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, cause right now I feel like it's been too long. I could never let you go. Go on, trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell, I'll never tell. У колонки вверх уходит Сибирская улица.
get we on the floor and my ear be whispering. Used to have fun, now I'm bored. Do I miss you? Yes, of course. Think about that time when we stayed up all night talking. I could never let you go. Go on thinking about those secrets you. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. Проезд по улице Шаумяна закончен. Выезжаем на Московскую улицу. По Московской улице спускаемся на улицу Гагарина. Спустившись с Московской улицы на улицу Гагарина, через сотню метров попали вот в такой катаклизм. Это железнодорожный вокзал. Стоянка пуста. Стоянка у вокзала платная. И многие, не желая платить за стоянку, стоят вдоль проезжей части. Вот так 3 мая 2024 года испортилась погода в Ижевске к часу дня.